Циркуфлекс пережата, с вами Старпер, и я продолжаю проходить Кракен Академи, и сегодняшний выпуск тоже будет посвящен налаживанию социальных связей. И для начала мы их наладим с автоматами, ну, фандоматами, я имею в виду. Все-таки нужно поднять бунт, тем более, что мне в комментах написали, что нужно всего 3 автомата. Я его не делал, этот квест, потому что думал, что нужно все поломать. Но оказалось, что нужно всего 3, поэтому сейчас сделаем по-быстрому. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, до свидания. Выполняется обновление. Обновление завершено. Мы требуем отпусков по уходу за детьми и соцпакет. Мы будем бастовать, пока не добьемся своего. Да здравствует революция! Хорошо, еще один нужно найти теперь. Так. Мы требуем отпусков и повышения зарплаты. Мы будем бастовать, пока не добьемся своего. Да здравствует революция. Окей, 2 есть. 2, не подведи, будь здесь прямо. Вот, прекрасно. Бунт Икзе. Так, революционер достижения. Мы требуем права на больничный и права ходить в туалет. Мы будем бастовать, пока не добьемся своего. Да здравствует революция. Спасибо тебе, брат. Ты вернул нам боевой дух. Вот кое-что, что в трудный час напомнит себе о чувстве собственного достоинства. Малыш Фандомат. Что это? И он будет стоять у меня в комнате? Блин, я-то думал, что это что-то... Типа, портативный Фандомат, чтобы не бегать. Типа, бутылки понадобились. Оп, сдал их. Обидно. Так, моя комната же это, правда? Конечно, посмотрите. Ну, конечно, это. Проще. Малыш Фандомат. Красота. Дом, милый дом. Достижение. Круто. Все. Феерия безвкусицы завершена. Я так понимаю, сюда больше смысла заходить нет. Что ж, теперь продолжим делать другие квесты. Не знаю. Ну, сейчас кого-нибудь я поищу. У меня тут появилась мысль насчет таблеток от бессонницы, ну, снотворных. Помните там Маркова, ну, это, которого я призвал в качестве демона? Она где-то вечером или ночью там, или у Стикс, или, ну, короче, где-то она была в ночи. В общем, найду и покажу. Вот. Я уже все перепробовал, насчитал овец, бла-бла-бла, да-да-да-да-да-да. Будешь спать, как убитая. Так, снотворное. Кстати, снотворное у меня было в основном. Ну, в основных предметах. На? Вы говорили, что не высыпаетесь, поэтому вот. О, большое спасибо. Я бы и сама купила, да, все как-то лень было. Надеюсь, я больше не буду просыпаться, когда Бурьян меня опять телепортирует. Прекрасно. Ну, это был какой-то слишком быстрый квест, если честно. Я теперь... Ну, вообще, у меня есть квест с этими... С бомжом. Ну я хз, как его делать. А задружиться, я так понимаю, здесь можно со всеми основными персонажами. Ну, может быть, кроме тех, которые из драм-кружка. Разве что. Ладно, попробую кого-нибудь еще на свою сторону сманить. Ты кто? Давай дружить. Брокколитян никого не пускает. Да ладно тебе. Привет. Судья Диан, ты как раз вовремя. Завтра у нас важное выступление. Только попробуй все испортить. Но я готов репетировать, только где все остальные? Опаздывают, как обычно. Подождем их внутри. Это, походу, квест на нее, да? Ни хрена себе, колоночки, мое почтение. А есть что-нибудь? Помимо них? Чё-то ни хрена нет. Ну ладно. Дадим им 15 минут. 40 минут спустя. Симон, вряд ли они уже... И без тебя знаю. Хрен с ними, порепетируем вдвоем. Но тебе все равно придется выложиться на все 100, судья дед. Репетировать вдвоем с ней? Мне что-то неловко. Так, я справлюсь. Как там это играется-то? Ага. Отлично. Вспомнил. Вы играете, попадаете во все ноты. Ого, судья дед, ты что, репетировал без нас? Симона испепеляет вас взглядом, она явно сомневается в ваших способностях. Спокойно.
Вы тоже испепеляете ее взглядом и продолжаете играть. Хм. А ты у нас крепкий орешек, судья дед. Вы случайно пинаете стойку инструмента. Ой-ой-ой. Синтезатор медленно соскальзывает со стойки. Идеально. Подхватив инструмент одной рукой, вы продолжаете играть другой. Ну ты и выпендрёжник, судья дед. Слушай, ну ничего так, норм. Ты меня прям удивил. Это сарказм? Да ты чё, какой сарказм? Дай-ка я тебя шмеп с энергией угощу. Она протягивает вам банку. Спасибо. Я пока не очень хорошо знаю Симона, о чем бы мне ее спросить? О жирафах. А почему тебе так нравятся жирафы? Ну, как-то раз в детстве предки сводили меня в зоопарк. Там был жираф. Я сидел у мамы на руках, а он подошел к нам и дал погладить себя по носу. Жирафы такие милые и классные. А что бы мне ее спросить? Об этом, блин, это будет свидание. Как с брокколитян. Мне интересно, а ты с кем-нибудь встречаешься? Чего? Не, я никогда ни с кем не встречалась и не планирую начинать. Какая принципиальная. О чем бы мне ее спросить? Уйти. Я пойду, у меня дела. Спасибо тебе за компанию. Ага, гуляй. Другого раза не будет. Хотя, я 100 лет не была в кино. Там сейчас идет один ужастик. Лошадь, которая улыбалась. Хочешь сходить на него? Ну давай. А давай. Клево. Встретимся в среду на автобусной остановке. Это возле столовой. Смотри, не заблудись. Ага, до встречи. Окей, тогда пойдемте мотать время до среды. Ну что, идем в кино, давай. Опять постапокалиптичный автобус за нами приехал, конечно же. Аншлаг прям. Я ничего не вижу. Сжимая в руках напитки и снеки, вы осторожно спускаетесь по лестнице. Идеально. В смысле? Ой, какой ты криворукий. Ну, хоть снеки уцелели. Вижу, ты правильно расставляешь приоритеты. Что было бы, если бы я зафейлил этот кутыя? Напомню, как кино называется? Лошадь, которая улыбалась. Ремейк классического ужастика. Кстати, сегодня премьера, и здесь может быть кто-то из актеров. Так что смотри, не опозорь меня. Ладно, ладно. Я не очень-то люблю ужастики, но ей об этом лучше не знать. А вот я люблю. Фильм открывается кадрами лошади, величественно скачущей по полю. Вы жуете попкорн. Смотри, как я умею. Вы подбрасываете попкорн в воздух. Отлично. И ловите его ртом. Попкорн попадает вам не в то горло. Вы отчаянно кашляете. Размахивая руками, вы рассыпаете весь попкорн на зрителя, сидящего за вами. Судья Зет, ты совсем что ли, блин? Симона поворачивается назад. Простите, пожалуйста, этот тупица... Погодите, вы же играете в этом фильме. Вы тот парень, который погибает на американских горках. И как только лошадь поместилась в вагонетку, Семена берет у актера автограф. А если бы я не подавился, то она бы не узнала о нем и не взяла. Обалдеть можно, Борислав Славович собственной персоной. Не благодари. Ой, заткнись, это не твоя заслуга. И попкорн надо по-человечески есть, дурень. Вы продолжаете смотреть фильм. Герои оказались в ловушке в цирковом шатре. Там темно. Лошадь преследует их со здоровенным тесаком. Сцена очень страшная. Все, нервы сдают. Лошадь выскакивает из-за кресла. Мамочки! Вы с трудом подавляете вопль ужаса и стискиваете подлокотник с такой силой, что он отламывается. Сколько лет этим креслом? Офигенная сцена, да, судья дед? Да, очень эффектная. Фильм заканчивается, зрители громко аплодируют. Кино было незабываемое. И правда незабываемое. Как-то у брокколи подлиннее была эта ветка, по-моему. Судья одета, а ты умеешь удивить девушку. Большинство парней не могут спокойно смотреть со мной ужастики. Похоже, ты не такой уж и лошара. Значок дружбы. Окей. Ну,
Блин, ладно. Пойдемте кого-нибудь еще зарывать. Надо знать... Вот, точно, надо сходить к Ане, которая, типа, пыталась испортить собачью картину. О, привет, Ули. У меня столько дел. Тебе нужна помощь? Ой, было бы здорово. В среду у нас в худкружке будет выставка, и мне поручили расклеить плакаты. А мне еще над скульптурой надо поработать, у меня совсем нет времени. А я должен мир спасать, но мне приходится быть мальчиком на побегушках. И где их нужно расклеить? На каждом из зданий худкружка. Понял. Плакат. Плакаты Анны. Что там написано? Изложба среда. Изложба среда. Так, какой удобный, да-да-да. Плакаты. Шлеп, готово. Изложба среда приклеена. Так, здесь тоже. Изложба среда еще одна. И где-то здесь. Нет. Ну. Ладно, давайте так. И где-то еще сверху на домике тоже должен быть же. Вот. Готово. Ну, вроде все расклеил. Здесь три дома, по идее, больше ничего нет. Можно возвращаться. Если я ничего не упустил. Хотя плакаты еще остались, это странно. Может, еще где-то что-то есть? Ну, короче, я попробую сейчас к ней сходить. Посмотрим, что она расскажет. Плакаты расклеены. Класс. Больше мои тупые одноклассники не будут знать, что я не помогаю им с выставкой. Ты меня очень выручил, судья дед. И все. И даже на свиданку не пригласить. Хотя что-то она какая-то истерично злобно-нервная. Ну ее нафиг, ладно. Лучше с брокколи замутить, я считаю. По крайней мере, это необычно. Девушка овощ, мое почтение. Окей, пойдемте искать еще кого-нибудь. Здорово. Надо что-нибудь от меня? Популярность иногда так утомляет, но своим успехом я обязан фанатам. Судья дед, ты хочешь вступить в мой фан-клуб? Ну да, конечно. Я знал, что ты передумаешь, но сейчас мне нужны не подписчики, а кое-что другое. А мой фан-клуб растет не по дням, а по часам, я не успеваю всем отвечать. Он становится в эффектную позу. Судья дед, будь моим менеджером. В смысле? Ты хочешь, чтобы я тебе помогал? Значит, договорились. Твое первое задание — помочь мне разобрать письма. Некоторые уже 2 месяца ждут ответа. Нам нужны будут марки. Приходи, когда найдешь парочку. Кажется, у кого-то из спорткружка были марки. Ну ладно, пойду поищу. Подождите, я находил марки. Вот, марки с лошадьми. Ну-ка. Вот твои марки. Ты их у Венди стащил, да? Ладно, забей, помоги мне уже с письмами. Мои бедные поклонники месяцами ждут ответа. Давай вот с этого начнем. Дрожащий Владимир, ты мой идеал. Ах, если бы я только могла доказать тебе, что я не такая, как другие девушки. Пожалуйста, поставь здесь свою подпись, и я буду счастлива. Минуточку, это же брачный договор. Что же мне ответить? Соврать, что он уже в браке. Нет, дать надежду. Блин, один выбор хуже другого. Ну ладно, ладно, не будем врать. И, блин, так это оба раза врать получается. Ладно, соврем, что он уже в браке. Надо как-то выкручиваться. Извини, но я уже состою в браке с самим собой. Надеюсь, ты поймешь. Лучшего спутника жизни, чем я, мне не найти. Владимир, сердечко. Так, теперь это... Милый мой Владимир, прими этот подарок, сделанный с любовью. Я вылепила твое лицо из картофельного пюре. Похоже, подарок изрядно пострадал, пока ехал, и превратился в картофельные сопли. Я украсил им стену. Да, это ее счастливит. В жизни не видел такого прекрасного пюре. Я поместил его в рамку и повесил над кроватью. Теперь мне каждую ночь снится вкуснейшее картофельное пюре. Владимир, сердечко. 20 писем спустя. О, у меня уже рука устала. Ты молодец, судья дед. Можешь сделать перерыв. Уф. Я плохо знаю Владимира, надо бы познакомиться с ним поближе. Карьера. Почему ты решил открыть фан-клуб?
Мой старший брат всегда во всем был лучше меня, что бы я ни делал. Знакомого даже очень. Он и учился лучше, и спортивнее был, и общительнее. А у меня всегда хорошо получалось только петь и показывать себя. Поэтому я и создал страничку для фанатов. Люблю радовать своих поклонников. Так, стремление. А для чего тебе фан-клуб? Я хочу стать знаменитым и получать деловые предложения от спонсоров. Возможно, тогда брат наконец-то будет мной гордиться. Вы с ним близки? А больше нет. Ну все. Ладно, я пошел. Погоди, судья дед. Вот этого я и боялся, если честно. Что ты делаешь в среду? Хочешь сходить со мной на праздник урожая? Ну, пойдем. Конечно! Но я думал, праздник урожая тебе не очень интересен. Это еще почему? Там же можно наделать фоток на аватарку в Кракене. А, так вот зачем ты меня зовешь. Встречаемся в среду на автобусной остановке. И постарайся выглядеть на все 100. Ради тебя, пупсик, на все 146. Даже не волнуйся. Ну ты готов, пес? Владимир внимательно вас рассматривает. Сойдет, пожалуй. Блин, я одет точно так же, как и всегда. Ну, знаешь, не то чтобы у нас здесь большой выбор одежды. Ты готов? Да. Конечно. Я вот думаю, заруинить кутыешки, стопудово там они опять будут, или не руинить. Ну, типа, сделать все хорошо или сделать все нехорошо. А здесь очень красиво, но чего-то не хватает. Давай возьмем какой-нибудь еды. Что-нибудь такое, что хорошо смотрится на фотках. Тут есть сладкая вата. Класс, она добавит фоткам цвета. Почему агенты Шмепси продают ее? Спасибо. Это он, Владимир! Владимир, поставь мне автограф на туфле. А, в жизни он даже красивее. Так, милые дамы, давайте по очереди. Боже, к нему пристают даже на отдыхе. Как его менеджер, я просто обязан что-нибудь сделать. Минуточку внимания. Вы случайно протыкаете воздушный шарик какого-то ребенка своей палочкой со сладкой ватой. О, что это за странный тип? И почему он довел ребенка до слез? Пойдемте отсюда. Спасибо, что разогнал их, судья дед. Здорово ты придумал. Теперь нам никто не помешает, и да и мне фанаток огорчать не пришлось. Ну, а то и был расчет. Конечно. Калькулейт этот, ёпта. Смотри-ка, цвет этой тыквы идеально сочетается со сладкой ватой. Судья дед, сфоткай меня для вкракене. Ну, хорошо. Чтобы поймать идеальный ракурс, вы стараетесь присесть как можно ниже. Судья, дед, ты глупо выглядишь. Зато взгляни, какая классная получилась фотография. Ого, свет так хорошо подчеркивает мой идеальный овал лица. Это будет эксклюзив для премиум подписчиков. Кстати, не забывайте вступать в клуб горячих пирожков. Пользуясь случаем, напоминаю. Да, все ссылки в закрепленном комментарии под видео. Стрельбище, мы можем пойти пострелять. Я хочу попробовать. Попробуй, но по-моему стрелок из тебя так себе. А вот и нет, я отлично стреляю. Стреля-носча. Погодите, вы же школьный уборщик. А, ты не суй нос в чужой вопрос, шкет. На зарплату уборщика долго не проживешь. Ты будешь играть или нет? Буду. Ого! Ого! Хоба! Это был лучший выстрел за всю мою карьеру рыночного зазывала. Вы видите, как из-под его очков выкатывается одинокая слеза. А знаешь, забирай все! Ну, не надо, я же столько не унесу. Дайте лучше просто вон того мишку. Лады. Возьми его себе, будешь с ним фотографироваться. Как это мило, спасибо. Нам пора возвращаться. Согласен. Не, ну в целом все достаточно неплохо прошло. Чисто такие дружеские эти. Нормально, короче, было. Я теперь столько всего могу выложить в Кракене. Кстати, судья дед, у меня для тебя подарочек.
кое-что на память, чтобы ты меня не забывал. Надеюсь, не трипер. В инвентарь добавлен предмет фото Владимира в рамке. Я рад, что мы с тобой погуляли, судья одет. Ты как моя страшненькая подруга. В смысле, ты, псина, это ты как моя страшненькая подруга? Получил достижение романтик, получил достижение... Почему мне дали романтика с Владимиром? Ладно. 300 бутылок есть, 300 бутылок. Кстати, у меня 3000 бутылок почти. Сейчас мы их обменяем на денежки, раз уж мы здесь. Так, сдать. Ууу, ни хрена, 13 косарей. Спасибо, что заботитесь, пожалуйста. Привет, крокодил скалится, взрыхнув на вас. Пошел ты, сракотан. А, так, сколько у меня по футажам? Ну, уже прилично, но думаю, можно еще что-нибудь попробовать вместить в этот выпуск. Кастадина наверняка еще можно, ну, задружить. Надо попробовать с ним поговорить. Пойду. Только... с первого дня начнем. Ну ты здесь? О, ты здесь, наконец-то. Что ты здесь вынюхиваешь, судья дед? Я просто это... проехали, дело есть. Мне нужна твоя помощь, я тут кое-что пишу. Любовное письмо? Неужели любовное письмо? Ну почему сразу письмо? Для любви нам даны сердца. Ладно, я пишу записку, объясняющую тот груз нелогичных чувств, что давит на мои плечи. Не думал, что ты способен на какие-то чувства, кроме недоверия. Эй, это грубо. Так ты поможешь мне или нет? Ладно, ладно, я пошутил. Короче, пишешь письмо. Милая моя тёлочка. Милая моя тёлочка. По-моему, это как-то тупо. Да нет, ты что, девчонки любят, когда их называют тёлочками. Ладно, поверю на слово. Я чисто сейчас и буду мстить за то, каким он пердаком был во время судебного разбирательства. Да, да, да. Мне безумно нравятся твои синие шнурки, неловкие синие шнурки. Мне безумно нравятся твои синие шнурки, взгляда не отвести. Судья дед, ты что, меня троллишь? Да нет, ты чё? Нет, конечно, приятно же, когда кому-то нравится, как ты одеваешься. Ладно, соглашусь. Давай встретимся в среду вечером возле общежития Мускружка. Искренне твой, парень твоей мечты. Ты серьезно думаешь, что я так подпишусь? Не парься, она оценит твой юмор. Ладно. Кастадин убирает письмо в конверт. Ну все. Осталось только передать его адресату, держи. Любовное письмо, так а кому его отдать? Погоди, так это я должен его передать? У меня есть дела поважнее. Посты сами себя не напишут. Я нашел свидетельство существования динозавров в окрестностях школы Кракен. Ну так и скажи, что стесняешься передать его сам. И для кого это письмо? Оно для... Просто отнеси его в общежитие драмкружка и оставь в комнате с синей дверью. Какой ты загадочный. Господи. Влюбленный Костандин, квест. Ну, пойдемте посмотрим. Драм-кружок. Это надо переодеваться, получается, сразу. Чтобы пройти туда. Погнали, в общем, да. Ну, вот это, похоже, надо. Ну, в смысле, она, конечно, не синяя, но синее, чем остальные. Вот. Ну вот, я прямо купидон школы Кракен. О, это я, да. Ой. Это еще что за номер? Ты что делаешь в моей комнате? Я только... Изабель хватает письмо. Это ты положил? Она открывает конверт. Какой безобразный почерк. Милая моя тёлочка, мне безумно нравятся твои синие шнурки, взгляда не отвести. У меня даже нет синих шнурков. Ой. Давай встретимся в среду вечером возле общежития Мускружка. Искренне твой парень твоей мечты. Прости, судья дед, но ты совсем не в моем вкусе. Так письмо не от меня. Ой, а от кого? Узнаешь, просто дай ему шанс и приходи на встречу, как сказано в письме. Очень интересно. Моя покойная прабабушка говорила мне про это на прошлом спиритическом сеансе. Идеальное письмо, смотрите. Теперь все в руках Костадина. Идеальное письмо. Всегда так делать. Короче, советы по пикапу от судьи деда Старпера. Всегда делайте так, пирожата. Любая тёлочка у вас в кармане вместе со своими синими шнурками. Так, ладно, шутки шутками, никогда так не делайте. Это полный кошмар. Так, общежитие Мускружка. Среда вечер. А где? А вот! Найс. Я обожаю твой блог! Она краснеет. Спасибо.
А я бы с радостью послушал о твоем исследовании привидений. А я с радостью тебе о нем расскажу. Отлично. Похоже, они нашли общий язык. Это ты, судья дед? Да, слежу за вами из кустов и... И ты что, следишь за нами? Нет. Судья дед, иди-ка сюда. Голландский штурвал? Хочу поблагодарить тебя за то, что свел нас вместе. Сам бы я ни за что не добрался смелости. Найс. Не оставишь нас наедине? Уже ухожу. Погоди, еще кое-что. Возьми это, ты заслужил. Что? Плакат иллюминат. О, мне нравится, кстати говоря. Пойдемте-ка наклеим его на стену. Блин, я уже не собирался сюда заходить, но ради плаката иллюминаты. Во! Кайф. Так, и... Блин, прям... Дофига большой футаж. Понятно, что я пообрезаю, как бы дофига тоже. Но... Меня не дает покоя квест бомжа, но я так и не понял, что делать с этими штуками, ну, с кучками. Типа, просто бегать и со всеми болтать, но на эту уйду, ну, хотя я это обрежу. Короче, ладно, давайте я еще раз попробую с бомжом поговорить. Ну и развить его квестовую линию как-то. Хеллоу. Что ты рисуешь? Гав-гав. Я вас что-то беспокоит. А, так это наброски твоей картины для выставки. Настоящий шедевр. Гав. Ргав. Копать. Слушай, ты не поможешь мне кое-что? О, гав-гав. Отец взволнованно. Собачий свисток, и чё? Если я позову тебя по духу в этот свисток, ты прибежишь? Ргав. Отец пыхтит. Лучше не надо. Мопс, который прибежит, прибежит прям, мопс, это даже смешнее, чем 90% местных шуток, если честно. Бегающие мопсы, если вы видели, это то еще зрелище. Как бы ее сердечный удар не хватило. Так, ладно, мне нужно теперь, значит, искать эти ямки опять. Точнее, кучки. В общем, увидимся, когда я их найду. Ну, типа, здесь вот первое. Посмотрим, получится ли... Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав, патица влияет хвостом. Поможешь мне разрыть вот эту кучу, гав? Все, разрыто. Класс, спасибо. Патица радостно прыгает вокруг вас. Спасибо, патица. Лопата была бы более надежным, простым и быстрым способом, мне кажется. 100 бутылок. Ну, лучше, чем ничего. Вот, да. Короче, он будет в последнем. Как бы я не это... Какой последовательности я бы их не находил, он будет последним. И это его так называемое снаряжение для пикетирования? В инвентарь добавлен предмет, плакат никакого стикса. Ладно, не мне его судить. Надо отнести это в его пещеру. Ну и это оказалась последняя кучка. Я прям уверен, что в любом случае она бы была в последней кучке. Что несколько нечестно и в целом ай. Ага, ты нашел мой агитационный плакат. Отлично, идем бороться с этим подонком Стиксом. За мной. И возьми вот это. Я-то тут каким боком? Слышь, козел! В чем дело? Можно я пойду? Парень, держи плакат повыше. Я не понимаю, как можно что-то у тебя покупать. Трейлер у тебя дурацкий, а еще от тебя воняет. Ничего себе, какая глубокая обида. Не забывайте, зачем вы сюда пришли. В смысле? Вы орете мне прямо в ухо. А, точно! Мишка! Чего? Ты украл у меня плюшевого мишку! А, тот мишка, игрушечный медведь, который валялся в твоей пещере. Так он мой. Это моя детская игрушка. Я вообще не понял, как он у тебя оказался. Твоя детская игрушка? Евгений? Папа? Какая милота. Когда ты ушел в турпоход и не вернулся, я отправился на твои поиски. Мне сказали, что в последний раз тебя видели где-то здесь. Так я и оказался в школе Кракен. Евгений, мальчик мой, как же я по тебе скучал. Бывает же. Плакат больше не нужен. Значок дружбы. Спасибо, что помог нам воссоединиться, судья дед. Окей, ладно. Это, меня все раскупили, уходи. Пошел ты в жопу, мог бы что-нибудь подарить, блин, я вас воссоединил вообще-то. Ладно,
Это отличная, на самом деле. О, стойте, нет, у меня появилась идея, что мы еще сделаем напоследок. Ну, это прям вот, прям, ну вот честно, прям напоследок, напоследок. Ща-ща-ща. Вот, оп. До утра подождем. На йогу, я же не просил. Йога тебе точно понравится и поможет социализации. Да, у меня тут социальные связи лучше, чем у тебя, маман. Я тут всем друг, всем брат, сват и воссоединитель семей. Так что давай-ка, не выпендривайся. Еще у меня есть вопрос, куда делся отец, если на то пошло. Так, бабка, я не помню, просто я выкупал у бабки все или нет. Ну, лучше мебелишек, да-да-да. Вот, телек, дизайн интерьера, вот теперь я все купил. Приходи еще, но, чувак, да больше незачем, бабулька. Все куплено. Чай еще свои бутылочки сдам. Все. Прекрасно. 19 тысяч шлотинок. Я сказочно богат, я считаю. Что ж, все, вот на этой уже очень оптимистичной и хорошей ноте, пиржат, я буду заканчивать. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой Twitch, YouTube, залетайте в Discord и Телегу, все ссылки в закрепленном комментарии под видео. А с вами был Старпер, всем счастливо.